вами я, Вика Лайн. Сегодня я вам покажу еще больше закладок своими руками. Вторая часть. Поехали! DIY 1. Нам понадобится скрепка, ленточка и ножницы. Ленту я продеваю в скрепку. И завязываю узелком. Отрезаю лишнее. У меня получилась простая закладка. Она может указывать на строчку, на которой вы остановились. DIY 2. Понадобится скрепка и канцелярская резинка. Я продеваю резинку в скрепку. И у меня получилась очень простая закладка. DIY 3. Нам понадобится плотный лист бумаги, кисть, краски у меня акриловые и вода, линейка, карандаш, стерка, ножницы, скотч, черная ручка. Я черчу прямоугольник, его длина 14 сантиметров, а ширина 6 сантиметров. Вырезаю его. Далее рисую ананасы карандашом, но у вас может быть другой принт. Закрашиваю сам ананас желтой краской. А листья зеленые. Обвожу получившийся рисунок черной ручкой, а внутри рисую полоски. Затем беру скотч и обклеиваю закладку с двух сторон. Лишнее отрезаю. Вот такая очень модная и красивая закладка у меня получилась. Ну а я надеюсь, мое видео вам понравилось. Обязательно выкладывайте свои работы с хэштегом DIYVikaLine. Я обязательно их лайкну. Не забывайте подписываться на мой канал. Ссылочка будет внизу в описании, или вы можете нажать на кнопочку вон там подписаться. Обязательно ставьте лайки, вступайте в мою группу ВКонтакте и подписывайтесь на меня в Инстаграм. Ну а я с вами прощаюсь. Пока!